О, у меня калашек за 15 голды, пацаны. Чего? Выбросьте, выбросьте его! 103-й, у него эта штука 103-й! Смотрите, мужики, я так чисто спугну вас разок и все. Отстаньте! 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 Врача, зовите Керамид Клау! 4000! Ребята, я сейчас заплачу. Минус 4К! Алембала! Всем с вами Кент ДПК и... Алембала! Здоровики! Короче, ребята, прямо сегодня будет нереально крутое видео, в котором я буду покупать все скины! Скутер меня замочит, но против меня попались два пассажира по имени Рик и Обувин. Пацаны, как вы тут оказались? А, случайно, рандомно. Засрем снайпели, как всегда. Ну что же, уважаемые подписчики, вы все просили эту рубрику. Я делал опрос в сообществе, что же мне снять. Вы все сказали, сними эту рубрику. Поэтому, ребята, за это можно поставить лайкусик и подписаться. Правильно, мужики? Плюсик, плюсик. Конечно, кидух, у меня КРчик, Treasure Hunter, чекал. Так, мужики, я надеюсь, у вас дешевые скины. Ну, правильно? Конечно. Я на разминке уже показал, что у меня USP Genesis. Какой USP Genesis, вы что, на приколе? Так, давайте посмотрим их тиммейтов. У меня Святослав. Знаете, кто за меня? За меня Папа Гриб. Папа Гриб? А, Папа Гриб. А смотри, Святослав, ё-моё. Типа свое имя с ошибкой написал. Мама дорогая! Я промазал ГГ. Фух, меня Папа Гриб замочил. У него USP без скина, значит, можно ничего не покупать. Кидуха, да ты легко делался, Гриб. Что у вас, пацаны, прячутся до последнего в этом? Ничего себе, Рик через соляну раскидал. Ну что, ребята, начало, так сказать, легкотня. Всего лишь какой-то равел кейсик. Все, купил. Только стендовка обычно завис. Надо перезаходить. Ну что, ребят, как думаете, чем не выпадет-то? Ножичек, может, какой-то? Блин, чекай, аркана выпадет. Если выпадет аркана, сливаешь, что мне? Пожалуйста. Да, пожалуйста, блин. Только не это. Идемте в игру. Рик, покажи песик. А Бовина как нуба замочили. Осуждаем. Меня просто этот взяли врасплох. А, не фартануло, дарулечка ты моя. Ну, ребят, легчайше. Дигу Якудзе. Какой еще Дигу Якудзе? Статрек. Так, у меня тоже Дигл. Боже, Дигл? И тоже Якудзе. Так, ребята, я сейчас очень надежно запрятался. Я сейчас очень надежно запрятался. Подготовьте попочки. Мэнчик, Мэнчик. Ой-ой-ой. Первый готов. Я думал, это тебе был хачит. Вы где? А? А ты где? Нет! Нет! Диджитал, ты нормальный? Ты знаешь, сколько он стоит? Мне до кредита оформлять! Меня Бовин в долги загнал. За 3700, как говорится, подарил ножик. Ой, спасибо. Мужики, ну погнали покупать из-за этого Бобина. Я официально заявляю, то что Бовин не квакаюб. Не, наоборот, я официально заявляю, что Бовин квакаюб. Осуждаю. Ну в смысле, ну он же так себе прощается. Нет, он говорит, вот кокайо там немножко. А, ну, ладно. Короче, мужики, была не была. Купи. Жаль, если я быстро нажму крестик, оно не купится. Может, голду снимаю? Не, оно купится. Блин. О, нормально. Ну что, мужики, хэштег бабобинуб. Не понял, ты что так на него говоришь? Блин, мне кажется... Он не нуб, он полный нуб. Мне кажется, знаешь, как Обобина только не кривляли. Но теперь у него будет новая кличка Бобобин. Бобобин? Не-не-не, пацаны, я в домике. А, Святослав на моих глазах умер. А, Мэнчик, так ты под балкончиком, по-моему, нет? Не-не-не-не-не-не. Вау! Кентуха, я тебя нашел. Не, отстаньте! Не, кентуху, по-моему, там все. Дефьюзить нельзя! Да куда вас двое? Фух, опять без скина. Не, скин за скин без скина. Надо покупать Furious Case, я думаю. Все, базара зира. Давайте аккуратно, брат, Furious слишком дорогой. Леди и джентльмены. Я опять покупаю этот долбанный Ravel Case. О, найс. А, найс. Я люблю эту игру. Обовина, ты любишь? Ой-ой-ой, глянь, сотрек. Ой-ой-ой, сотрек. Ай, блин, мы обхакались. Кент хорош. Ребят, я же надеюсь, у вас АКР дорогого нету. Какой АКР мы заказали? А, нет, тут есть АКР. Рик забыл уже, как играть. Мужики, я вам скажу так, если вы сейчас меня замочите, то вам не поздоровится, поняли? Лучше со мной не связываться. О, серьезный перец. А, пацаны, это я! Твою... Блин, има! Девочка, я порвал сотрек. Упс!
Этого было, мужики. Он 1004-5. Сколько? 5000 голды! Или 6. Идемте покупать. Алло, Раша, Рик. Дядя, ты адекватный? 4 косаря! О, прикольный скинчик, кстати, ой, глянь, прикольный. Это я выложил на рынок. Ой, спасибо. Покупай, дядя. Блин, ребята, жизнь, боль. 4 косаря! Фух, надеюсь, я больше не солюсь. Он прикольненький. Где же бы взять голду? Вы очень часто спрашиваете у меня. Ответ крайне прост. Это булдропчик. Именно на булдропчике, ребята, буквально недавно вышел булпасик, при помощи которого можно получить такой же инвентарь, как у меня, а то и круче. При помощи него можно получить кучу халявных ножей, кучу халявных скинчиков и многое другое. А также по моему промику снизу ты получаешь халявную голдишку. Это, братишка, не теряй время, булдропчик тебя ждет. А мы продолжаем. Хана, чайра 1 на 4, у меня команда, ну бул, посмотрите, все это слава 1 на 4, изи. Я такой же нуб, кинчик. Ладно, мужики, я сейчас буду играть по брейну, готовьтесь. Не понял. О, нифига, это кто? Это я, брат! Ой-ой-ой, а я в домике? А вы не знаете, где я? Кентука, так я знаю, где ты. Генту. А мы дефаем? Не-не, вы дефаете? Да. Ладно, дефаете, главное, меня не замочите. Так, можно, что ли, Кент сейчас будет просто 8 раундов? Все-все, мы сливаем! На! Маслина. Спрятался, как говорится. Да как? Опять не разнесло! На ножики! Там такой мастерский прыжок был, да ты шо? Все, больше сам видео не снимаю, но и на приколе. Не, ребята, мне уже плохо. Врача, зовите Керамид Клау! 4000! Нет, вроде все нормально. Гляньте дальше, 4000, покупай быстрее, пока не купили. Ребята, я сейчас заплачу. Минус 4. У нас папа Крип вышел, он и скинул. Кто это такой скилловый? Да ладно! Красава! У меня тема это нормальный шпилит, оказывается. Да? А бобин! А ты щетил в спине там у меня? Ну ладно, ребята, открываем Rival кейсик. А бобин, ну и что ты скажешь в своё оправдание? Всем пока ём? Скажу. Как говорится, так получилось. Аленбула! Аленбула, как говорится. Сейчас будем брать дорогие скинчики, все что такое. Можно хотя бы арканочку. Понял. Ладно, ребят, я говорю сразу, я играю по брейну. О, так ты, мы видели, у тебя только за нас абрикосом 40 пепес, чекайте. А кто, абрикос? О, абрикос, здорово. Да блин, какой-то плохой режим, это эскалация ваша. Да, да. Надо было ММ в честь такого. Ничего, мужики, я играю по брейну, поэтому я вас не боюсь. Ко мне, дорогулечки мои, подходим. Ты еще живой? У кента есть два режима. Один сидеть на лунку, один сидеть в коврах. Не-не-не! Не-не-не! Кен, такой там прикол чисто. Ну что, ребята? Я против Обомина останусь. Да блин, это как меня там Святослав зарешил. Святослав! Хоть он не имеет свое имя написать без ошибок, но вот посмотрите, как он играет. Нормально, 3 на 7 играет, братан. Скоро выйдет. Блин, ну я правда тоже так не знаю. Тебя лучше. Скоро гонит, Кен. Ну я, ребят, я играю на середине, поняли? То есть не очень хорошо, не очень плохо. Ну да, 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 да. Среди бронз ты красавчик, Кен. Ничего, пацаны. Ля, тут мой тиммейт ко мне приперся, отвали, отвали. Брат, давай, ты иди первый, тебе не жалко, у мамы один. Что? Это не ты. Дядя, опять он 16 скинжит. Я нищий уже. Сотреки, кстати, сотреки. Да нет, не сотреку, брат. Ну блин, ладно, жалко. Я пытался. А сколько она стоит? 655 голды? Что? Ох, ребят, что-то мне плохо становится. Ладно, всем Аленбула. Купим! Так, ребята, надо собраться и вспомнить все, чему меня учил скилл. Вы в курсе, что я у него брал урок обучения? Что? Еще тебе помогло? Не. О, у меня калашек за 15 голды, пацаны. Чего? Выброси, выброси его! Статрейки, у него эта штука статрейки! Смотрите, мужики, я... Так, чисто спугну вас разок и все. Не-не-не, выброси. Замочи кента, позже, замочи кента. Я тебе дам 500 голды. Блин, мужики, знаете, в чем самая большая проблема? Потому что я не слышу ваши шаги. Надо звук... Кент на лагу, кент на лагу. Как поинт запоинтили, вы посмотрите где. А где он? Наааа, сюда! А, отстань! Опять ты! Оцени, где поинт запоинтили, как это возможно? Ребята, худший день в моей жизни! Опять этот долбанный М4-1 Immortal. Дядь, ты понимаешь, я теперь нищий, я теперь буду с бомжами бутылки сдавать вместе.
Минус 4200! Кент официально работает, что ли, будет? Ну чё, пацаны? Мэнчик, ну и чё? Мы, смотрите, что на первом месте. Нажимаете тап, скрины делаем. Я мою команду чего? Тащу. Я лидер команды. Кент, нашей. Кент, нифига, 6 киллов, но ты фраг-лидер, получается. Ничего, ребят. У меня есть супер тактика. Так, так, так. Давай. И ты её придерживаешься, да? Нормально, забрал, ой, забрал. Ой-ой-ой-ой-ой. Не-не, мужики, не надо! У вас другие скины! Да ладно, ты как? Ты где, Кент? Ты живой, что ли? Вот, да нет! Ты за что? Мэнчики? Дядь, отстань, отстань, умоляю. Я думал, это хаешка был бы... Абобин! Нет! Жизнь, боль. Ребята, поддержите меня, пожалуйста, как-то в комментариях. Мне рука дрожит. 625 голды! Не, все, пацаны, больше видео с ютуберами не снимаем. Мужики, собрались, я вас верю, давай, Святославчик, братик. Куда ты стал? Ой, ой, блин. Пацаны, главное, не прыгайте. Ну, конечно, конечно. На! О, кентуха, опять засел. Нет, не на лагу, ничего себе. На! Фига, прошу, кентуха. Спасите меня, помогите. Нет, скажите, это не Рик. На перезарядка. Фух. Правил кейсик. Или Фуриус. Не простили. Фуриус, мэнчик. Ладно, погнали открыть Фуриус кейсик. А начиналось-то красиво. Купил еще один Равел кейс. И из-за того, что Рик наглый пол у меня замочил спину. В смысле? А, ну ладно, может быть. Ё-моё. Еще и выпал этот, допустим, оффроуд. Все, ребят, надеюсь, я больше не сольюсь. Мой тоже. Так почему ты с ним не играешь, если он твой любимый? А, ну да. Ребята, я почти уже вышел в одно КД. Это хэштег непогано. Не, вот сейчас скин вообще на скинлушке. Смотрите, тащит ведь, а? Давай, я сейчас буду мотивировать мою команду. Ребята, я верю в вас. Есть у кого-нибудь? Есть. У меня есть хаешка, мы в ребра. Кидаем за мной еще. Блин, нет, это был, не знаю, какой-то хитрый план. Ну его куда подальше. Какую еще хаешку? Стой, не кидай, не рано. А за хаешку открываешь Origin? Оу! Я нашел, сюда кидаем. Блин, ты куда? Минус 2, найс, найс. Сюда кидаем. Абобин! Я тебя не люблю! Говнюк! Ты его любил, что ли, это? Ничего себе. Да ладно, там недорогой скинчик. Он не 100-треки даже. Идемте обратно покупать, братва. Ну, что я могу сказать? Есть хорошие новости, то, что это не 100-трек. А есть плохие новости, то, что это минус 400 долбаных голды! Абобин, больше меня не мочи. Окей. Вообще никогда. О, я Рику слил, прикиньте. О, в смысле слил, ты купил? Спасибо, Борошка. Ой, купил у Рика. Вы что не дефюзите? Дефюзьте! Будешь дефай, мэн! Дефай! Ой, я сейчас буду бомбом. Абобин! Абобин хочет мной поиздеваться! Он хочет подольше, подольше, чтобы я попал в скины. Как говорится, непогано. Хэштег Абобин нуб. Ребята, а как вы думаете, кто из нас троих сам большой нуб? Это я про свою команду. Бля, тип 3.12 играет, как можно так плохо играть? А ну, так, сейчас за звание у него. Кентуха. А, так у него нет звания, он только зашел первую катку играть свою. Не-не-не, пацаны, не думайте идти сюда. На респу не идите, пожалуйста. Я вас очень сильно прошу. Ну куда моя вся команда слилась? Только ты где, Кент? Я где-то далеко. Нет, 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 не, 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 отстаньте, отстаньте, отстаньте! Блин, Рик! Как ты меня достал там? Я не ищу. Это было красиво, зато. У тебя 3 ножа за ролик, а надеюсь. Это трындец. Ладно, ребята, мы перемещаемся к каточке номер 2. Ну что, ладин, джентльмены, каточка номер 2. Пацаны, вы готовы проигрывать? Люсик, Люсик. Не, на самом деле, более слабая сторона это Т. Но это просто счет нереально. На маслину. Просто смотрите, ребята, как я ставлю на свечах. Кентуха, иди покажу. Блин, это не ты. Блин, ты кентуха. Легчайше. Ого, у вас... Да? У типа Кэр Digital Burst, прикинь. У него даже ника нету, но уже есть Кэр Digital Burst. А, нет, меня подобрал, походу. Ну шо, ребята. Нас четверо. Наконец-то нас больше. Посмотри нашу команду. Абсолют. Абрикос и Токсик. Мужики, я вас верю. Давайте накажем этих ботов. Она вам, мужики. Кентуха, ты чё? Ошибся, походу. Да кто это? Блин, блин, там какой-то киберспортсмен за мной бежит. О. Кентуха? Как там? Нормально все? Нормально, два, игра! Кентуха, на! Кентуха! Сломал лицо, типа на керыч посадил. Рик, а у тебя дорогой пистолет? Ну, у меня сейчас очень дорогой, я бы на твоем месте бежал, Кент. На, по шапке, Рик! Чтоб не выделывался. Слушай, она щервонет, ладно, текаю из села! А, Кентуха! Улетай лучше.
Блин, я не знаю. Ребят, ну как обычно, я победил. А что раунд вам засчитало? Я смотрите, я ж выживший. Ну ладно. Ну да. Повезло, кентуха, у меня был G22 Frozen, 12 каколды. Так, пацаны, а у вас дорогих скинов нету? Не-не-не. Не-не. Вот какой первый катки, вообще дорогих скинов нету. Ну это самое главное, ребят. Конечно. Ну кто это прям в меня флешку бросил? Да блин. Это Бобин! Когда он уже сдохнет? Ты бессмертный. Смотри, что творит? Ничего себе, мэнчики. У меня 4 хп осталось, как стрёмно. Ой, там у него керамбит, дракон, автомат. Я подписан на вас. Блин, тут тип какой-то кричит по микрофону, говорит, я подписан на вас. Лучший абрикосик, лучший брат, лучший. Давайте поцелую. Муа! Красавчик, мэн, красавчик. Йоу, мэнчик, лучший. А что у вас за оружечка, ребят, признавайтесь. Ой, а я думаю, Фэтбол Лизер или EMP брать? Ой, ой. Что-то за Т-сторону, у меня какие-то левые скинчики. Получайте ходишку, говнюки! А, попал? Мы уже отлетаем? О, мы машины! Кентуха жесткая машина, блядь. Я зову, чтоб разносик такое. Ой, имба! Ребят, легчайше, 2-1. У нас какой-то киберспортсмен играет, абрикос М40. Имба. Не зря взяли в клан М40. Ну, мужики, давайте так, вы сразу сдадитесь, и я вас прощу. Да не, так тут не надо сдаваться в кент. Ой-ой-ой. Кент, дайте ВМ. Давай ВМ, брат, давай ВМ. Я с ВМ так раздаю, ты обалдеешь. Давай, родной. Оп, сюда. Блин, мой тиммейт украл ВМ. Да-да. Ой-ой-ой-ой-ой, кентуха. Нет! ВМ плохи пошел. Фух, у него АВМ без скина. Идем открывать тейсик. О, подожди. Меня замочил какой-то вообще рандом. 365 голдишки. Ой-ой-ой. Осуждаем его ник, осуждаем. А Бобин осуждаем или нет? Плюсик, плюсик. Открываем еще один райвел тейсик. И... как обычно, любимая радость. Любимая! Сюда, роднулечка. Слушай, у вас нормальная команда, играем примерно на равных. У нас один фулбот, два наполовину бота и третий нормальный. Нормально. Мужики, нападаем толпой. Сюда. Что за... что за бот передо мной? Бобин, ты что ли? Стоят передо мной, скины показывают. Рик! Рик, посмотри назад. Да. Посмотри назад. Блин, да блин, да. А что, я один остался? Ой-ой-ой-ой, я не фьюжн, мужики. Красавцы, я горжусь вами. Говню. Я Рика затроллил, хотел показать ему свой калашик за 15 тысяч говнюк. Красавчик, спасибо, крутой скин был. Мужики, что там у вас происходило, вообще не понимаю. Да он передо мной вышел, скин свой показывал, там чей-нибудь выходит в окно. Так, все, братва, бежим на план Б, пусть победят сильнейшие. Нет, давайте на планту, давайте на планту в этот раз. Ну давай, я на планта пошел. Вы тоже? Братва, все идем на А. Да как вы убиваете? Ой-ой-ой-ой-ой. Нормально, нормально. Мужики, оставьте мне кого-то. У меня команда чисто справляется без меня. Так а ваша киберкотлета отлетела, манчики. В натуре. Остался Рики и вот этот НН. Ты про себя, что ли? Кентуха. А теперь получайте, падаль! На, минус один! На, минус второй! Ну как? Легчайшая! Да чел, с ВХ-шкой гоняет. Нет, прошу, успей, собака! Ривел кейс. А, повезло. Нормально, слушай, а мы вас чисто на изычах дрючим, да? Нормально так. Я в 4 КД играю. 4-2, ты что говоришь? 4 КД. Смотри на статую Бобина. Так я сейчас калаш показывал. А что ж до этого не брал калаш? Не, ну на самом деле, гораздо сложнее за это играть. Пацаны, я буду играть с Авиком, говорю сразу. Йоу, мэнчик, анали! Никого. Не. Да как? Я ж тебе хедшот отдаю, что за фигня, почему не засчитывает урон? Где Рик? Рик. Ой, да ну как? Братва, дайте я раздефьюжу, я ютубер, мужики, я ютубер. Априкос, брат, дай я раздефьюжу. Ой, блин, можем не успеть. Изи. На самом деле, Кент, мы тебя жалели просто первые 5 раундов, понимаешь? Плюс, притворялись на баме, чтобы сделать легендарный камбэк. Да, затроллили Кента. Сейчас будет легендарный камбэк, я понимаю. Да. Мне было тебя жалко, Кентуха, но сейчас уже не жалко. Братан, мне тоже было себя жалко, но сейчас никого не жалко. Спасибо, Кент. Опа. А, стоп, я прибежал не на тот плент, поняли? Я побежал на Б. Опа, залутал всех. О, Рики и Бобин остались, это трындец. Выбирай, либо 15к голды, либо 6к голды. А, не, я убегаю, да ну вас. Да ну вас куда подальше. Ты убегай, ты что, офигел, что ли? Не, ну там можно убегать. Пацаны, можно убегать или нет? Да убивать. Ну вы скины дорогие, ну на приколе уже много потратил, я нищий. Ну ладно, я на лонгу говорю сразу, признаюсь. Ага. Выехали за тобой, честь такого. Да блин, такие прятки начинаются. Нет, за слитый раунд я предлагаю покупать ривл кейс. Ой-ой-ой, а за то, что меня кильнут? Ну, за это не нужно.
Не имеется в виду, так ты спрятался, запряточки Ривел Кейс. Ладно, все, мужики, все, и все, больше не буду прятаться. Ребят, извините, спасибо, проявил спасибо. Слабость. Проявил слабость. Ну куда моя команда сливается, как бы ты? Ну, да. Нет, прошу, пощадите! А-а-а! Нет! Кент, ты на что это за такой? Кент, без скина. Как ты отлетаешь от них без скина еще? Ну зашибись. Идем тебе покупать. Кейсик! А кейсик надо открывать или только купить можно? В смысле? Открыть, конечно, нужно. Хитрый. И мы покупаем очередной ревел кейсик. Сюда. Поздравляю, Кенту. За то, сколько кейсов прикольных открыл. Завидуйте. И мы открываем очередной ревел кейсик. Полетели, мужики. Полетели. Да, блин, Кентуха, да ты уже задолбал от ревел кейсиков отлетать. Desert Eagle Dragon. Обожаю этот скин. Всегда о нем мечтал. Давай, абсолют, брат, я верю в тебя. Давай, брат, иди за мной, слышишь? Не, давай ты иди передо мной. Я буду играть в размен, брат. Тебя не жалко, я у мамы один, понял? Брат, погнали, погнали, ты первый идешь. А если что, это А, пацаны, бегите на. Да мы уже поняли, что это А. Или ты это с своим тиммейтом? Да, с своим тиммейтом, да. До свидания. До свидания. Ой-ой-ой, вообще. Кто на меня? О, пути. Ой-ой-ой. Нет, Ривен, вставай! Фу! Ну фу! Ну фу! Я опять как нищий. Я долго этого ждал, Кент, как я долго этого ждал. Ой-ой-ой, Кентуха, у меня Авикспорт V2. Какой Авикспорт V2? Выплю! Короче, ребята, в связи с тем, что у меня слишком мало голды, я сейчас буду ставить запрос на покупку. И буду ждать, пока какой-то добрый человек мне сольет. Ого, 6 голды сюда! Ах, спасибо большое этому человеку, который мискликнул. Потому что у меня как раз голда закончилась почти. Йоу, мэнчики, погнали, вперед пушим. Так, брат, иди первый, тебе не жалко. Я у мамы один. Найс, разменялся. Все нормально, 3-2, мужики, 3-2, нас больше. Дядь, ты на приколе, ты что там взял? Да что? Да ну, откуда ты постоянно влазишь, я не понимаю. Не-не-не-не. Пошалей! Да братва, я разрефьюжу, дайте я. Ой, имба. Он ютубер, пропустите. Чекни сзади, скинчик, чекни. Ой, дай посмотреть, брат. Ну скинь АВМ. Ну скинь. Хана, а у меня до сих пор нету АВМа, прикиньте. О, бедный Кент. Ну именно скина на АВМ. Нет, скина на АВМ. Да ладно. Скинемся на лечение. Братва, скидывай на лечение в описании. Ладно, погнали. Кто это за падаль? Абовин, ты меня прострелил, признайся. Не. Что это, как ты попал? Ноу-зум! Игра жизни. Абовин сегодня не залетает. О, ничего себе, Абовин уже нормально, ну, нормально шпилит. Мужики, дефьюзим. Что? Давай, бородой. Да ладно, да это где был Кент? Где ты прятался там сидел? Дядь, дефьюз, я текаю с тела. Не успеет, я верю, тебя молодой. Блин. Блин, надо собраться последний раунд. Эй, Кентуха, угодно еще один дорогой скинчик какой-то? Я в 3КД играю! Это игра жизни для Кентуха. Ребята, это впервые в жизни в 3КД играю! Поздравляем, Кентуха! Ай, спасибо, братик! Ну, ребят, счет 7-5, что мы вам сказать? Ну, походу вам ГГ пришло. Ой, я сейчас буду очень жестко играть. Нет! А, это ты был, Кент? Что-то ты не очень жестко сыграл, Кент. Ну фу, блин! Это худший день моей жизни! Опять я долбанный Корсьерс! Смотри-ка! Ладно, ребят, я опять поставлю запрос, потому что, извините, но я не могу старенько себе позволить. 1,5 косаря разница, это уже слишком много, это уже перебор. Но я обратно ставлю запросик 6200 и буду ждать, пока мне кто-то сольет. Переходим в инвентарь, и тут... Опа-па, АКР-2ЕРС! Все-таки мне какой-то добрый человек его слил. Кентуха, еще чуть-чуть осталось, давай, ну, ты сможешь, мужики. Ты справишься. Ладно, давайте соберемся, пацаны, я спрошу, я вас умоляю. Ну, я потратил все, что у меня было, понимаете, я нищий. Еще не все, Кент, я знаю, у тебя есть еще голда где-то. Поройся в носках. Так. Нет, кто это? Твою налево, Абомин! Фух, недорогой скин хотя бы. Идем я покупать. Ну а прямо сейчас, ребята, будет самый приятный момент за это видео. Наконец-таки всего лишь 100 голды долбанных. Я люблю эту игру. Так у нас... просто иди дефай. Ой, да! Да ладно! Мы выиграли! Я думал, мы сейчас сольем! Не может быть! Ура! Поздравляем! Повезло. Ну что же, уважаемые подписчики, прожмите лайкусик за это видео. Обязательно подпишитесь на мой канал, если вам жалко меня. Подпишитесь также на ребят. Напишите любой хороший комментарий. С вами был Кентуха. А Бекуха. Не, ну пацаны, вы тоже попрощайтесь. Рекуха! Всем спасибочки! Всем удачки! И всем квакаю! Всем алебала, всем пока! Ха-ха-ха!